Друзья, я поздравляю вас с началом фестиваля «Пять вечеров». Это фестиваль не просто новый, но новейшей музыки. Например, из 46 произведений, которые прозвучат в этом году на фестивале, 14 – это премьеры, а многое музыка была специально написана для фестиваля. Единственная музыка, которую нельзя отнести к новейшей, которая прозвучит, это музыка Софьи Губайдулиной, которая в этом году празднует свой 90-летний юбилей, а вместе с ней празднует весь музыкальный мир. «Пять вечеров» — это фестиваль, на котором композиторы переосмысляют и осмысляют сегодняшний день и рассказывают с помощью музыки, каким они его себе видят. Поэтому есть поверье, что если вы поприсутствуете на всех днях фестиваля, всех его вечерах, то вы тоже сможете порефлексировать и лучше понять, какое оно наше сегодня. Музыка будет и электронная, и хоровая, и музыкальные пейзажи, и песни. В общем, каждый сможет найти для себя ту музыку, которая будет дальше его сопровождать на жизненном пути. Несмотря на название «Пять вечеров», в этом году их будет 6. Вот так вот. И на первом вы сегодня присутствуете. Первый концерт будет посвящен электронной музыке. На нем композиторы будут осмыслять музыку как объект, который постигается слухом, зрением и осязанием. И во многом поэтому будут использованы такие инструменты, как боди-перкашн, лайв-электроника и даже партия света. Ну а на этой ноте я еще раз вас поздравляю с открытием фестиваля и предлагаю приступить к осмыслению сегодняшнего дня с помощью электронной музыки. Persistent gradualness. Uncategorized. Leveling. Uncategorized. Layer. Persistent gradualness. Gradually. Contrast. Continuous reflection. Contrast. When everything mixes up. Contrast. Remote experiment or control. When everything continuous reflection. splitting of space and field. Здесь, на Урале, город Кыштым. Саша, не надо, мы очень темны и говорим про себя, как про них. Есть гениальная рифма «проник». Саша, ты знаешь же, я одинок. Я умираю с тромбозом ног. Эти лекарства долларов тысяч, есть гениальная рифма «прощай» и про нищ. Ромка бы жив был, ну, Тягунов. Он написал бы про русских слонов. Вот ты удерживаешь меня, а я умираю. Это херня. Слышит лист запуски в плитах. Станок предлагает ему выйти из карусельного типа в станок фрезерный. Пауза в серединном станке, то есть Санников, говорит с хлебом для этого. Просит жену подать несоляных чином. А смотрит ей в рот с балкона, что-то происходит. Он стоит, курит. Балкон нельзя, не надо. Саша. Что-то происходя остается в стакане. Вариант. Есть темнота. За темнотой стены. Санников не больше, чем это настоящее. Ну, когда он стоит на 5-го года, слышит линз за кости в плитах. Станок предлагает ему выйти с карусельного типа в станок фрезерный. Пауза в серединном станке. То есть Санников говорит с хлебом для этого. Просит жену подать несоляным чином. Смотрит ей в рот. С балкона что-то происходит. Он стоит, курит. Балкон нельзя, не надо. Саша, что-то происходя остается в стакане. Про ангелов, них, Санников, костями лежит в нас, в площади. Все ждут Санту, Санникова сквозь рентген. Вариант. Есть темнота. За темнотой стены. Санников не больше, чем это настоящее. Ну, когда он стоит на 5-го года, слышит линза кости в плитах. Станок предлагает ему выйти с карусельного типа. Станок фрезерный. Пауза в срединном станке. То есть Санников говорит с хлебом для этого. Просит жену подать несоляным чином. Он смотрит ей в рот. С балкона что-то происходит. Он стоит, курит. Балкон нельзя, не надо. Саша, что-то происходя, остается в стакане. Про нас, них, ангелов, костями лежит в нас в площади. Все ждут Санту Санникову рентгеном. Плиты костни, да с костей с нечеловеческими наковыренными провишен. Глаза с телом выговариваются. Выговариваются. Письма Александру Петрушкину из ползунка говорящего. Вы можете стоять. Я праздник Рождества. Царство бессмертно. Как праздник Рождества. Я стоял и повторял. Христос воскрес. Она говорила мне. Можно я не буду говорить. Христос воскрес. Христос воскрес. Там не царя, не нужно мучиться. Я знаю, вы мучаетесь, когда пишете стихи, посты, женитесь на мужчине. Как сказал мне Петрушкин, берете его фамилию на крест. Не нужно произносить имя, ни Бога, ни женщины, не нужно. Так сказал мне мужчина, с новым лицом не свету, а небу. Идет дурачок, не женщина. Но вы принесете мне хреново тут. Как здесь, на Урале, город Кыштым. Саша, не надо, мы очень темним и говорим про себя, как про них. Есть гениальная рифма. Проник. Саша, ты знаешь, я одинок. Я умираю с тромбозом ног. Эти лекарства долларов тысяч. Есть гениальная рифма. Прощай и про нищ. Был бы же Фромка, ну, Тягунов. Он написал бы про русских слонов. Вот ты удерживаешь меня, а я умираю. Это херня.